И снова здравствуйте, дорогие мои зрители! По вашим, опять-таки, многочисленным просьбам было очень много вопросов, когда будет Низельбер. Поехали! У нас сегодня Низельбер, и у нас сегодня вот такие шикарные камни. Агат сапфирин. Посмотрите, в каком интересном обрамлении. Высокий кабошон. Вот так, с обратной стороны. Шинка одинарная, 19 размер. Минуту, сейчас перемерю. Как, все верно, 19 размер. То есть я тогда буду по пальчикам ориентироваться, по своим, чтобы не размахивать тут кольцемером. Так, 1900 рублей. И еще одна фантастика. Вот такой... Смотрите, южноамериканский агат. Вот такая красота. В чернении. И обратная сторона 18,5 размер. Это чудо тоже стоит 1900 рублей. Далее все остальные агаты будут у нас по 1500 рублей. Тоже красота, тоже невероятная. Высокий, обратная сторона, размер 18. Стоимость 1500 рублей. Розовый агат, натуральный, не крашеный, так как он есть. Высокий, высокий кабошончик 17 размера. Вот так. Значит, смотрите, неправильность формы обусловлена рисунком на камне. Вот так. По-моему, очень удачная форма. 1500 рублей, 17 размер. Тоже роза, серый с розовым агат. Очень интересная. Очень интересный рисуночек. 18,5 размер, 1500 рублей. Еще агат. Красота невероятная. Глубина просто вот зашкаливает. Большой размер, большой 19. Вот так. 1500 рублей. Так, еще агат. Смотрите, какая красота. Вот такой глазастый агатик. Очень интересный. Размер. Размер 20. Смотрите. 1500 рублей. И могу еще его увеличить. Красавец. Глазастый такой глазочек. Очень много агатов с глазками вот в этот раз. И вот глазочек, и вот глазочек, и вот прям вот каждый, наверное, обратная сторона. Размер 19,2. Красавчик. 1500 рублей. Розовый агат. Редкий очень. Обратная сторона, размер 17,5. Значит, агат не крашеный, агат природный. Вот так, как он есть. Вот такой шикарный рисунок. Смотрите, тоже такой треугольный глаз. 1500. И последний агатик вот в первом ряду. Вот такой красавчик. Тоже глазастенький. Размер 17,5. 1500 рублей. Второй ряд. Корнеолы. Агат. Корнеол. Или рыжий агат еще называют. Или медовый. 17,5 размер. 1900 рублей. Корнеол. Очень яркий. И глазастенький он глазочек. Обратная сторона. Размер большой, 20. Могу еще увеличить его, запас есть. 1900 рублей. Еще агат
тоже с глазком, корнеол. Обратная сторона, большой размер. 22-й размер. Вот, красавчик, красавчик. 1900 рублей. Еще корнеол. Высокий. Обратная сторона. 17-й размер. Тоже очень интересный. Многоцветный. 1900. И последний в нашем небольшой, но очень яркий и очень глубокий. Вот так, как складки идут. Интересный очень. Так, размер 17,5, ну, может быть, на 18 могу сделать. 17,5. 1900 рублей. Так, с корнеолами и агатами все. Есть у меня две шикарнейшие яшмы. Красота невероятная. Они не очень высокие. Вот так. Могу еще увеличить. Размер 17,5. Очень стильные вещи, конечно. Так, стоимость 1700 рублей. Еще второй ряд яшмы. Сказочные, конечно, камни. Обратная сторона. Размер 18. Могу сделать и больше. 18,2 даже показывает. Красота. 1700 рублей. В этом же ряду второй ряд. Предпоследнее кольцо. Астрофилит. У меня их несколько. Показываю один, так как есть еще украшения, которые хочется показать. Обратная сторона. Размер 18,5. Красота эта стоит 2900 рублей. Такое звездное небо в сполохах. Так, аквамарин. Аквамарин сказочный. Так, сейчас попробую вам показать иризацию. Сейчас. На нем. То ли я подустала, то ли он тоже устал, не хочет тут ничего показывать. Вот. Вот, смотрите, смотрите. Вот она. Вот пошла. Ну, правильно, пока не поуговариваешь, ничего не будет. Вот, смотрите. Вот она. Вот, вот. Видите, вот такая иризация. Вот она идет по камню. Вот так. 3000 рублей. Высокий. Очень высокий. И большой размер. 20-й. Вот такой красавец. 3000 рублей. Так, третий ряд. Кахалонг. Кто просил? Высокий. Двойная шинка 18 размера. 1900 рублей. Солнечник. Шикарнейший. С фантастической иризацией и огромный. Обратная сторона. 18,5 размер. Смотрите. 1900 рублей. Лазурит, афганец. Ну, тут слова закончились сразу. Обратная сторона. 18,5. 1900. Еще лазурит. Качество камней. Вот просто бомба. Обратная сторона. Смотрите, камни не крашеные. Вот он, лазурит. Они натуральные. Так, чуть не уронила. Размер показывает 16,5. Вот этого творения рук человека и природы 16,5. 1900 рублей. Фукситы. Фантастика конкретная.
кианитовые включения. Обратная сторона 18,5 размер. Да, под маникюр. 2100 рублей. Еще фуксит с кианитом. Смотрите, и блески, и переливы, и все, что угодно. Картина. Такая вот шикарная картина. Обратная сторона. Размер 19. 2100 рублей. Еще фуксит. Красота невероятная. Обратная сторона. 19 размер. Вот смотрите, весь фуксит на подложечке. 200. И еще красавец с кианитовым таким глазочком. Обратная сторона. 18,5 размер. 2100 рублей. Так, есть у меня вот такой агат Южная Америка. Очень интересный комплект. Размер 19. Смотрите, шинка широкая, крутиться не будет. И вот такие серьги. Серьги по 9,5 грамм на каждое ушко приходится. Сейчас я вот так сделаю. Вот смотрите. Вот так. Значит, швензы на любую мочку, на любой прокол. Но штифт не занижен. Смотрите. Штифт не занижен. Значит, эта фантастика идет по распродаже. Цена ее 2500 рублей. Цена набора 2500. Он идет. Ну вот, значит, кому-то понравился. По распродаже. Так, и есть у меня вот такая фантастическая слюда с включениями цитрина. Сказка. Просто сказка. Такие сокровища горных троллей или горных гномов. Так, размер 18. Могу увеличить. 1500 рублей слюда стоит. Итак, смотрите. Первый, второй, третий ряд я показала. Итак, четвертый ряд. Одни серафиниты. Поехали. Камни. Вот я же говорю, слов нет. Вот от восхищения просто вот все закончилось. Смотрите, черненая шинка. Простите, оригинальное обрамление. Обратная сторона 18,5 размер. 2200 рублей стоит конкретно это кольцо. Все остальное будет дешевле. Еще серафинит. Вот такой перстень. Размер 19,5. 1900 рублей. Еще серафинит. Вот каждый серафинит тоже со своим рисунком. Смотрите, как интересно. Вот так. Обратная сторона. Размер 19,5 1900 рублей. Смотрите. Вот так. И еще серафинит. Вот такое северное сияние. Картина. Вот просто миниатюра. Обратная сторона. 18,5 размер. 1900 рублей. И два серафинита у меня есть по 1600 рублей. Еще северное сияние. Обратная сторона. Размер 18.
1600. И еще вот такой серафинит. Смотрите, вот так. Обратная сторона. Размер 18. 1600 рублей. И покажу я. Ага, все падает, значит, кому-то понравились. И покажу я шикарнейшие вот такие наборы. Принит прозрачный. Смотрите, с включениями шерловыми. Вот эта красота. Смотрите, какое объемное, какая объемная композиция на наборе. Это набор. Вот так, с обратной стороны. Работа очень чистенькая. Очень. Со сканью. 6500 рублей. Размер 19. 6500 рублей стоит этот роскошный комплект. Так, хризоколла. Ну, тут сразу закончились все слова. Вот так. Смотрите, тоже миниатюра. Миниатюра на камне, причем природная. 17,5 размер, стоимость 4100 рублей. Есть у меня малахита набор, тоже с широкой шинкой. Он идет по распродаже. 19 размер. Стоимость его 2500 рублей. 2500 рублей. Вот так. Значит, камера его затемняет. На самом деле он светлее и травяного оттенка. Так, очень красивый. Очень. Так, еще и рисунок меняет. Так, 2500. Далее фуксит набор. Вот очень стильное, очень украшение. 18 размера. Смотрите. И вот такой подвес. Вот так. Значит, стоимость фуксита 5000 рублей. И последний в нашем сегодняшнем показе. Это у нас с вами эвдиалит. Эвдиалит 19 размера. Красота просто невероятная. Вот так. Так, как бы вам так вот без бликов показать? Вот он. Вот эта фантастика стоит 4500 рублей. Вот на этом я и хочу закончить свой сегодняшний показ. Будьте здоровы! И всего вам самого-самого доброго! С вами была Татьяна.